Кумертау в своей квартире нашли мертвыми 33-летнего сотрудника городского ГИБДД, его жену и домашних животных. Полицейский должен был утром выйти на службу, однако в установленное время не прибыл. Обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, однако дверь никто не открыл, на телефонные звонки не отвечал. Было принято решение вскрыть квартиру. Внутри были найдены тела сотрудника и его жены, 1991 года рождения, а также домашних животных, сообщили в ведомстве. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В республиканском МВД не исключают, что семья погибла из-за неисправного газового оборудования. На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы с целью установления возможной утечки газа или скопления угарного газа. По решению министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта полиции Романа Деева, в Кумертау были направлены сотрудники аппарата МВД, назначена служебная проверка, добавили в пресс-службе МВД.